Сейчас предлагаю спеть, многие, наверное, знают эту песню, мы ее распевали и в походах, в электричках, на всех слетах, причем все 138 куплетов, которые сочинила Новелла Николаевна Матвеева, но Берковский выбрал некоторый небольшой кусочек, свой какой-то сюжет из этого полотна, и получилась первая песня Берковского. Так считается, легенда говорит, что это первая песня, на самом деле были еще какие-то, но их народ не запомнил. Потому что это все было на сходках интеллигенции в Запорожье. А вот эта песня дожила до утра и запомнилась всем присутствующим. Песня шагом-шагом под британским флагом навстречу парам. Плыла издалека.